В начале данного видеоролика хочу вам всем порекомендовать канал под названием Лёша Ларин. Парень снимает видео наподобие звонки подписчикам, влоги, интересные истории жизни, пранки и так далее. Обязательно перейдите, подпишитесь, потому что парень очень старается. У него пока что всего лишь 1000 подписчиков, но я, ребята, уверен, что мы ему поможем набрать гораздо больше. Ссылка есть в описании, а мы продолжаем. Всем привет, Кент на проводе, и сегодня, ребята, ваш Кент ПК будет выполнять мега сложный челлендж. Суть этого челленджа такова. Мне необходимо зайти в мини-игры и ровно за 5 минут пройти как можно больше испытаний. Ну что ж, я нажимаю кнопочку «Играть», дальше «Создать сервер», после этого я выбираю мини-игры. Так, давайте поставлю пароль какой-то посложнее, допустим, вот так. Все, в принципе, все готово. Нажимаю кнопочку «Создать сервер», и мы, ребята, начинаем. У меня есть ровно 5 минут, и я за эти 5 минут должен пройти как можно больше испытаний. Вы, пожалуйста, меня поддержите лайком, потому что мне будет очень приятно. Вы также можете выполнить подобный челлендж и в комментариях написать, сколько испытаний прошли именно вы за 5 минут. Ну что ж, а я начинаю, поехали! Я вроде засек время, все нормально, первое испытание я прошел. Вот это красавчик, вот, блин. Ништяк, второе испытание тоже уже позади. Ну, третье испытание тут вообще ничего делать, сейчас пройдем с первой попыточки. А вот четвертое испытание тут надо уже попотеть. Так, хорошо идем. И вообще ляпота. Шикарно. Я понял, как проходить это испытание, поэтому мы его сейчас пройдем. Ну-ну-ну, ай-яй-яй, вот в самом конце убился. Ребят, так обидно, блин. Че ж кенту так не везет-то? Нормально, сейчас, короче, пройдем. Наверное. Так. Ну-ну-ну. Ай, блин, зафейлил. Опять! Вот это, конечно, я нуб. Блин, на самом легком испытании как-то зафейлил. Пипец. Так, ну ничего, сейчас пройдем. Сейчас, короче, все будет. Давай, 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 кентуха, проходи. Да, ребята, мы прошли четвертое испытание. Надеюсь, пятое испытание я пройду очень быстро, потому что времени у меня очень мало, а я хочу пройти как можно больше испытаний. Ништяк, я прошел уже 5 испытаний, прохожу шестое. Ничего себе, уже прошел 6 испытаний. Ай-яй-яй-яй-яй, так, все, кентух, не спеши. Почему-то я сильно спешу, ну как, почему-то я сильно спешу, и из-за этого я фейлюсь. Аккуратно, осторожно. Давай медленно и спокойно. Ты проходишь все эти испытания. Конечно, можно было при помощи бага перепрыгнуть, но я, ребят, не осмелился, потому что, мало ли, баг не работает или еще что-то. Блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Конечно, да, это потная каточка, особенно когда я снимаю видео и еще при этом что-то обсуждаю. Это, ребят, довольно-таки сложно, скажем так. И поэтому я уже падаю миллионы раз подряд. Ай-яй-яй. Вот это самое-самое-самое обидное, что испытание, в принципе, по сути, очень легкое, но я отчет его фейлю. Вот на компьютере я его прохожу вообще на изи. На ПК буквально 15 секунд делов-то. Так. Ну, я думаю, вот сейчас с этой попытки мы уже обязательно пройдем. Так-так-так. Давай-давай. Пожалуйста, поддержите меня вашим лайком, потому что именно ваши лайки помогают кенту проходить подобные челленджи. Так, ты чё, кент, не падай. Нормально, нормально. У меня просто микрофон на пол лица, поэтому немножко закрывает мое поле зрения. Поп-фильтр, и из-за этого мне неудобно смотреть в экран телефона. Поэтому я немножко нублю. Иногда. Ну или не иногда. А ну-ка, сколько у меня времени осталось? Так, ребята, у меня осталось 2 минуты. Да вы что? Что-то вообще мало времени. Ну, надо хотя бы пройти 9 испытаний. Хотя бы 9 испытаний. Кентух, пройди. Потому что что-то вообще позорьте. Так, а ну-ка, а ну-ка. Нормально, хорошо идем. Давай, давай. Вот это, кстати, тоже сложное испытание лично для меня. Мне его довольно-таки сложно проходить. Но, думаю, сейчас пройдем. Давай, давай, давай. Кент, не спеши, главное. Я уже, в принципе, почти прошел. Главное, нигде не зафейлиться. Так. Уже больше половины прошел этого испытания. Так, хорошо. Медленно, спокойно. Ты никуда не спешишь, Кент АПК. Мне самое главное в обратную сторону случайно не пойти.
потому что будет немного обидно. А ну-ка, давай. Да когда же будет конец этого испытания? Чё оно такое длинное? Пипец. Так, хорошо идем, пока что все нормально, все стабильно. Уже на финишной прямой. Так. Аллилуйя, ребята, мы прошли еще одно испытание, и у меня остается ровно одна минута. Надо хоть девятый пройти, надо постараться пройти девятый. Было бы вообще шикарно. Ну давай, давай. Ай. Ну пипец, девятое испытание вообще ненавижу, это у нас слишком сложное. Ай, почти прошел! Ой, ребята, времени не хватает, осталось 30 секунд буквально. Ну, опять зафейлил, нет! Так, ну давай, кентух, пожалуйста, пройди, я тебя прошу. Ну, кажись, ребята, у меня осталось очень мало времени, и то, что я пройду девятое испытание, это будет просто чудом. Но, кажись, я все-таки не пройду. Ну, хотя попытаться стоит. Ладно, ребята, уже прошло ровно 5 минут. Я все-таки не буду нарушать правила своего челленджа. И я прошел ровно 8 уровней. К сожалению, 9 уровень был мне не под силу. Я его не прошел. Ребята, надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. Потому что если будет много лайков, то тогда я обязательно сниму продолжение подобного челленджа. Также подобный челлендж я кидаю всем вам. Обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поучаствуйте в подобном челлендже и напишите в комментариях, сколько испытаний за 5 минут прошли именно вы. Ну что ж, с вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.